память. Да, хватит, что ли, откуда да. У меня там она, эта память? У меня память. Надо мне... Как еще одна волна. Что? Офигеть. Глаз, да? На вниз посмотри. Дождь. Вот мы находимся в городе Гудаута, Республика Абхазия. Вот там море. 3 минуты ходьбы до этого моря. Заходим. Вот у нас тут так торчит. Так, это вот площадка для автомобилей, в том числе для автомобилей отдыхающих. Вот дом. На первом этаже живут хозяева. Лестница на второй этаж. Здесь два отсека для отдыхающих. Две комнаты для отдыхающих. Здесь сейчас живут люди. Виноград. Так, поехали дальше. Это комната, дом хозяев. Здесь под лесенкой всякие цветочки. Стол для отдыхающих на втором этаже. Мангал. Это инжир растет. Мангал. Это первый этаж хозяйский. Дальше. Вот две коричневые двери на первом этаже для отдыхающих. И там для второго. На втором этаже тоже все для отдыхающих. Садик. Вот тут барбос маленький. Вот кухня. Потолок вон какой. Это Тамара. Короче, здесь все есть. Я снимаю видео. Дом показать. Смотри, какая меня. Тамара, ну это все услышит. Пусть слышит. Вот так, Женя, слушай. Так, все, идем на второй этаж. Так, поехали.
Поехали дальше. Вот лестница на второй этаж. Здесь живут люди. Здесь тоже живут люди. Там вон туалеты. Но у нас туалет в номере. Ох, какой воздух. Сверчки. Вот это мое дерево, которое у меня на кухне растет в двух горшках. Вот оно какое высоченное. Мушмула. И вот у него лохматые листочки. Так, здесь тоже живут люди. Тут обувь. А тут... Вот здесь живем мы с Соней. Это окошко хозяйское у них. Это Тамарин туалет. Это Тамарина комната. Заходим. Вот наша комната. Вот шифоньер. Телевизор. Холодильник. Там туалет. Кровать раз. Кровать два. Окошко. Люстра. О, блин. Там у меня чемодан. Кондиционер. Там Сонька умывается. Вот и все. Прекрасная комната. Отличная. Ветер сносит глаза. Пониже. Держи, чтобы не упало. Ну не надо! О, какое сегодня море! Никого на пляже нет. Море сегодня вот такое. Пляже никого. Одна я купальник надела и пришла. Ну, наверное, не рискну купаться. Вон там одна женщина плещется вдалеке. Давай, иди. Толкни его еще разок. Сонь. Ну, Соня. Да ты что? Она теперь сдохнет? Смотри, живой. Может, в море его бросить? Так, продолжаем репортаж. Теперь видео из нашей ванной комнаты. Во-первых, плиточка какая красивая, Сашуля, посмотри. Во-вторых, вот я хорошенькая. Хатиха. Так, ну, в общем, вот унитаз поломанный. Вот этим устройством мы смываем. Здесь бумажки. Полплиточный. Раковина вот такая. Соня, что ты здесь положила? И вот душ. Вот такая вот здесь перегородочка, уклон в полу, на струне занавеска, здесь окошко, вот потолок. В общем-то, все просто. Маленькое, да удаленькое. Ну что, Соня в очередной раз кого-то поймала. Это саранча. Это кузнечик. Она уже на меня сиганула разок. Что, на солнце? Это же ужас. Фу.
Да, мне кажется, у меня расфокус. Я не вижу отсюда ничего. Давай на солнце. Нет, расфокус. Женя, две мурены бороздят просторы Черного моря. Ё-моё! Ядрит Мадрид, а?